бесстыдница. Ради нее люди жизнью рискуют, а она хоть бы спасибо сказала. Ладно, я за нее отдарюсь. Ты, красавчик, носом-то не крути. Такую штучку еще поискать надо. А еще просьба у меня. Поговори с девчонкой. Сама не своя. Ну почему ты на меня даже сейчас посмотреть не хочешь? Чем я плоха? Дело не в тебе, Ари. Дело во мне, понимаешь? Хоть память и отказывается мне служить, но сердце не обманешь. Я знаю, я чувствую, что у меня есть любимая, что она ждет меня. Но вот где она и как ее найти, я вспомнить не могу. Ты, Ари, очень хорошая. Но я не хочу обманывать ни тебя, ни себя. И, пожалуйста, не делай больше глупостей. В следующий раз я могу опоздать.
Хорошо. Сейчас посмотрим. Сейчас я тут такое устрою. Да? Ну и где моя добыча? Ха! Сейчас я тут такое устрою. Вот жизнь, ни минуты отдыха. Я тебе покажу. Следующий. Вот жизнь, ни минуты отдыха. Ничтожный туземец, до разговора с тобой снизошел сам я. Если хочешь жить, рассказывай про метеорит, который упал на ваши земли. Говори, животное! Заманил в ловушку проклятый чиновник. Что же делать? Кажется, этот воин держит меня за глупого дикаря. Что ж, он получит дикаря. Я того, энтого, свиней, значит, пасу, а чё за метеорит такой, знать не знаю. Придуриваешься, мерзавец? Ничего, хотя в отряде и нет штатного палача, мои ребята мастера на все руки. Ноги, головы и прочие части тела. Человек, тебя могу освободить я. Что? Ты умеешь разговаривать? Кто ты и почему ты здесь? Ты задаешь много вопросов, человек. На один я отвечу сейчас. Называй меня отшельник. На остальные вопросы я тоже отвечу потом. Я могу освободить тебя и дать тебе древний коготь. Ты же пообещаешь прийти в мое жилище. Там мы будем говорить. Подумай, согласен ли ты. Я еще приду. Что тебе надо, недостойный? А я вот, когда свиней-то пас, человека видел из ваших. У него еще такие как бы стеклышки на глазах. Если я скажу, где его искать, вы меня отпустите? Ха, да ты впрямь дурак. С чего ты решил, что мне в отряде так необходим какой-то чиновник? Если не хочешь, чтобы тобой занялись раньше времени, заткнись! Ты подумал? Ты хочешь, чтобы я помог тебе бежать? Он что, издевается?
Меня собираются пытать, а он спрашивает, хочу ли я освободиться. Да, я согласен. Только сделай так, чтобы я смог исчезнуть отсюда поскорей. Ты не сказал, что даешь слово. Хоть 10 слов, только бы сбежать поскорее. Я даю тебе слово, что приду к тебе. Ну, может быть, теперь ты освободишь меня? Мое жилище ты найдешь на северо-западе местности, которую вы называете Песками. Чтобы попасть туда, необходимо пройти с севера на юг, земли, где расположен мертвый город, и войти в пески оттуда. Ты запомнил? Да, надеюсь. В сам город заходить не надо? Нет. Надо просто пройти с севера на юг и войти в пески. Добрався на северо-запад этих земель. Перед моим жилищем кольцо воды и остров. На острове стоят каменные колонны. Это ловушка. Я дам тебе древний коготь, и ты сможешь управлять ловушкой. Наверное, сможешь. Эй, погоди, погоди. То есть как это «наверное»? У меня что, может не получиться? И что тогда будет? Тогда я не смогу говорить с тобой. Будет лучше, если ты пройдешь через ловушку. Ты согласен? Кто бы спорил. А теперь давай, наконец, свой коготь и выпусти меня. Вот жизнь, ни минуты отдыха. Ага. Это я сумею. Понял, сделаю. Хорошо.
пришел человек. Это хорошо. Это все, что ты хотел мне сказать? Ты опять торопишься. Я помню твои вопросы и буду на них отвечать. Я пришел к людям в железе, чтобы заключить сделку. Но я увидел, как они поступили с тобой. Они не держат слова, и я перестал им верить. Ты сдержал слово. Сделка будет предложена тебе. Люди любят золото. Ящерам золото неинтересно. Ты выполнишь мое задание, и я дам тебе золото, которое есть у меня. Этого золота много. Золото. Оно, конечно, не помешает. Было бы лучше, если бы ты помог мне узнать, где живет старый маг, которого я так долго ищу. Ведь ящеры — древний народ, и вы можете это знать. Ты прав, ящеры — древний народ. Я могу собрать все, что нам известно про старика. Ты согласен выполнить мое задание? О чем разговор? Считай, что все уже сделано. Уже сделано? Ты хочешь меня обмануть? Вообще-то я хотел пошутить, а то ты уж больно серьезен. Понимаю, это шутка. Наверное, я тоже смогу пошутить потом. А сейчас мне надо, чтобы ты вернул воду в канал. Воду украли у нас орки. Иди на юг вдоль воды. Увидишь плотину и канал. Плотину надо поднять рычагом. Я его дам. Канал нужно завалить камнем. Камень я не дам. Он уже лежит на краю канала. Вверх по течению от плотины. Камень тяжелый. Когда орки копали, они его поднимали долго. Если ты его толкнешь обратно, он будет падать быстро. После этого возвращайся. Я расскажу тебе все, что узнаю про старого мага. По рукам. Но, кстати, если ты добавишь к рассказу немножко монет, я вовсе не обижусь. За монетами отправляйся к моим сородичам, которые живут на отмелях дальше, на юге. Пройди на самый дальний песчаный остров, третий по счету. Сокровища будут твоими. Странно. Этот человек любит юмор. Я пошутил. Человек не засмеялся. Очень странно. Человек, я хочу сказать, тебя ждет много опасностей. Да ну, а то я не знал. Значит, теперь ты это знаешь. Я хочу, чтобы ты с ними справился. Тебе поможет вот это. А что это такое? То ли рог, то ли ракушка. Тот, кто это делал, наверное, сам не знал, что у него получится. Может быть, это так, а может быть и нет. Но ты возьми эту вещь. Она тебе поможет. Каким образом? Что надо с ней делать? Этого я не знаю. Ты человек, ты умный. Ты разберешься сам.
Ну и где моя добыча? Сейчас. Да. Понял, сделаю. Ясно. Да. Понял, сделаю. Вот жизнь, ни минуты отдыха. Хорошо. Это я хорошо. Ну-ка, ну-ка. Понял. Ясно. Тут надо по-другому. Я покажу. Это я знаю. Да. Ничего не выйдет. Это я сумею. Сейчас. Сейчас. Вот жизнь, ни минуты отдыха. Вот жизнь, ни минуты отдыха. Может быть, есть другой путь? Это я сумею. Сейчас. Сейчас? Thank you.
сокровище ящеров. Ты доволен? Я буду доволен, когда твоя чешуя прорастет внутрь кожи. Зачем ты обманул меня? Разве я обманул тебя? Ты любишь юмор. Я пошутил. Тебе не смешно? Ни капельки. Знаешь что, отшельник? Пожалуй, тебе очень идет серьезный тон. Не шути больше, ладно? Все сделано. И теперь это не шутка. Хорошо. Ты выполнил свою часть сделки. Я выполняю свою. Слушай, ящеры знают про старика-мага. Все люди когда-то откуда-то приходят. Старик жил на Гепате всегда. Он его часть. Ты человек, ты этого не поймешь. Хорошо, пусть так. А найти-то его где? Старик живет в тех местах, которые вы называете дальними горами. Его жилище находится в ущелье, за озером, из которого вытекает большая река. На берегах озера живут ящеры, не такие, как я. Они не любят говорить, они вообще ничего не любят, только убивать. Хорошенькое дельце. А есть другая дорога? В ущелье можно пройти через тоннель. Вход в него находится в горах, к западу от горловины ущелья. Но вход в тоннель закрыт. Как его открыть, мне неизвестно. Ага, вот про какой тоннель и рычаг говорилось в донесении ходоганцев. Значит, нажать на рычаг, и вход откроется. И что дальше? Я просто пройду по тоннелю, и все? Пройдешь, но не просто. Когда я не был отшельником, я бывал там. В тоннеле страшно. Это ему-то страшно? Что же там творится в тоннеле? Тоннель перекрыт обвалом. Обвал нужно обходить по пещере. В пещере живут элементали земли и лавы. Это обычно. Страшно другое. В тоннеле есть то, что люди называют словом «голем». Големы не живые, но двигаются. Они не злые, но убивают. Они неразумны, но подчиняются приказам. Ящеры не умеют отдавать приказы. Может быть, ты сумеешь. Может быть, там есть алгоритм для управления големами. Я все сказал, человек. Сделка завершена. Ох, не нравится мне это. Големы, големы. Почему-то это слово кажется мне знакомым, но я никак не могу вспомнить.